Рики, поехали, поехали. Друзья, вашему вниманию MR20. Один из самых популярных моторов у нас на замене. Больше всего мы их возим из Эмиратов на обмен, больше всего мы их меняем и больше всего продаж в этом году – это именно MR20. На мой взгляд, это инженерная фиаско от компании Nissan, хотя многие так не считают. Мое сугубо личное мнение, что где-то начиная с 90-х годов, когда предшественник этого мотора SR20 давал всем по полной программе понять, что такое Nissan и как надо правильно строить 2-литровые моторы на 145 лошадей, и как в дальнейшем эту эстафету поддержал мотор QR20, также слил всю эту эстафету мотор MR20, который пришел им на смену. Этот двигатель ставится на огромное количество различных автомобилей, в частности, он ставится на Nissan X-Trail, на которых чаще всего он приезжает. Также это Nissan Qashqai, который вы можете увидеть сзади. И двигатель этот приехал именно на капитальный ремонт, потому что хозяин хочет именно капитальный ремонт этого двигателя выполнить. Ну и, соответственно, Nissan Primera, Sirena, Renault, Megane и прочее, там все-все-все на свете, вся линейка, на что ставится этот двигатель. Сейчас мы попробуем разобрать его и понять, что же служит причиной смерти этого мотора от естественных причин. Намного раньше его естественного срока, это заявленные 350, ну, 300, может быть, тысяч километров, которые рассчитан этот двигатель. Ну и пытаемся разобраться, почему он начинает жрать масло раньше и что приводит к такой неприятной ситуации. Мое сугубо личное, опять же, мнение в том, что этому служат причиной некачественные детали и не очень корректная инженерия. Давайте же вскроем данного мертвеца. Он прибыл к нам именно с проблемой большого расхода масла. И попробуем понять, что пошло не так и какие именно проблемы у данного двигателя. Начинаем. Поскольку у нас нет спонсора и нет рекламы, поэтому мы будем осуществлять разборку с супер-мега-классным пневмопистолетом М7, который очень клевый и представлен нам Борис Шаломовичем. Каждый должен заниматься своим делом. И значит, тумбочка Mustang, в которой таинственным образом находятся новые ложементы King Tony, которые я позаимствовал у Виталёса. Вот, поэтому спасибо Виталёсу, Борису Шаломычу и всем за наше счастливое детство. Вот, так что начнем. И всем тем, кто решил увидеть рекламу в данном видео, будет реклама инструмента King Tony, тумбочки Mustang, пневмоинструмента М7, мотора Nissan MR20, гидравлического стола, хер его знает, как он называется. Ну и, конечно, бесконечная реклама меня. Спасибо вам большое. Приступаем. Ребята, что я могу сказать уже заранее на данном этапе? В данном двигателе интересным образом выполнена система вентиляции. Вентиляция выполнена через крышку, то есть она является неотъемлемой частью крышки, и клапан установлен непосредственно в крышку. Здесь он выполнен вот таким вот образом. Если этот клапан перестанет работать, это приведет к тому, что двигатель начнет литрами расходовать масло. Очень много. Сейчас попробуем его открутить и проверить его работоспособность. На самом деле, проверить его работоспособность может каждый практически из вас, у кого есть возможность дуть. Вот, нет, не тот дуть, о котором вы подумали, а просто дуть, вот дунуть туда, вот надо дуть, будем сюда дуть. Здесь находится клапан, вот, если в него подуть, то мы узнаем, работает он или нет. Происходит это примерно следующим образом. Да, то есть на себя сосать надо будет дуй, а обратно будет, соответственно, как в той пословице, если клапан работает, в обратную сторону подуть вам не удастся, то есть от себя.
Ну, клапан работает, это уже очень хорошо, говорит о том, что двигатель расходовал масло не по причине неисправности клапана или системы вентиляции во многом. Естественно, полностью проверить ее таким образом не получится, но отчасти вы будете иметь представление. Резиновые уплотнения клапанной крышки не вечные, и как в данной ситуации, они от возраста могут рассыхаться и трескаться, то есть подлежат регламентной замене. Здесь вы видите, что очень легко руками резиновое уплотнение разбирается на сегменты. Соответственно, менять такое уплотнение надо примерно раз в 5 лет, чтобы оно не выходило из строя. Под клапанной крышкой мы не увидим практически ничего нового и экстраординарного. Этот двигатель не блещет инновациями. Здесь нету непривычных вам в многих аудешных моторах систем изменения подъема высоты клапана, точнее высоты подъема клапана. Здесь нету никаких-то инновационных вольватроников, здесь ничего такого нету. Здесь все достаточно банально и примитивно. Единственное, что постель распредвалов выполнена единым целым и нет отдельно коромысел. Соответственно, придется снимать всю постель. Сделано это примерно как на шестнаре, может быть, чуть-чуть по-другому, потому что есть отдельная крышка. Вот, здесь, в принципе, ничего сверхсложного и экстраординарного нету. Механизм ГРМ выполнен цепью. Соответственно, сейчас для того, чтобы дальнейшее осуществить разборку двигателя, необходимо снять переднюю крышку. Этим мы сейчас и займемся. Передняя крышка снимается тоже довольно легко. Для этого необходимо всего-навсего открутить шкив коленчатого вала. В этом нам поможет тот самый рекламный, слегка подержанный пистолет. Итак, поступим опять не по-людски и отковыряем переднюю крышку по жести. Так, давайте заценим, что у нас внутри. Здесь просто по состоянию агрегата. Пробег, насколько я помню, там у машины был что-то около 200. Вот, это далеко не предел для данного мотора, чисто теоретически, но чисто практически, по факту, он больше редко ходит. Вот, что у нас с натяжителем? В принципе, он вышел довольно прилично. Но цепь, я бы не сказал, что сильно болтается. Здесь очень хорошо организовано, очень просто. В отличие от того, что увидели не так давно на нашем выпуске про Audi, здесь цепь очень простая. Здесь вот все выполнено очень просто. На впускном распределительном валу стоит фазорегулятор. Ну и отличительной особенностью этого мотора можно считать натяжитель цепи масляного насоса. Это очень странное решение, на мой взгляд, нафиг не нужное, но оно здесь есть. Это дополнительно приводит к расходу дополнительного масла, но плюс-минус, наверное, это неплохо, чисто теоретически. Сама крышка цельнолитая, масляный насос выполнен отдельным модулем, в отличие от предыдущих версий, таких как SR20, у которых насос был выполнен в крышке. Вот, насос здесь совершенно по-другому организован. Конструктив довольно примитивен. Реально очень простой мотор в этом плане. Фазик даже всего-навсего один. Не так, как мы сейчас все привыкли, чтобы фазиков было как можно больше везде, чтобы помимо фазиков еще и вольватроники везде были напиханы. Здесь этого всего нет. Здесь всего-навсего банальная цепочка ГРМ и, в принципе, все. Сейчас мы демонтируем цепочку и снимаем бошку. Все стандартно, все по запланированному ранее сценарию, ничем это все особо не отличается. Сначала мы снимаем натяжитель, поскольку он нам нафиг не нужен, я ничего с ним делать не буду и просто сниму его как есть. На самом деле нужно вот в это вот отверстие сначала его сжать, спустить масло и засунуть в стопор. Поскольку как бы мне насрать, соответственно, я этого делать не буду. Собственно, натяжитель у нас идет в металл, весь вот так вот разбирается. Конструкция простая, как мычание. Здесь стоит пружиночка, все засрано, так и должно быть, так задумано. Вот. Единственный нюанс конструкции этого натяжителя – это отсутствие стопора. Соответственно, если вдруг что-то пойдет не так и натяжитель выйдет из строя, соответственно, шансов, что у вас не перескочит цепь, они практически отсутствуют. Согласно маркировке, 2007 год.
Вот. В отличие от аудешных, где стоит стопорочек, то есть он выходит и на сегмент на один щелчок и фиксируется. То есть обратно он уже уйти не может. Соответственно, цепь не проскочит. Здесь он ходит как угодно. Вообще без ограничителя. Вот такая очень простая конструкция. Это дешево, ребята, это дешево. В этом весь как бы смысл. Так, в принципе, нам теперь от снятия цепи нас останавливает только башмак натяжителя и отчасти башмак успокоителя. Натяжитель мы сейчас демонтируем. Так, смотрим на его состояние. А, кстати, все не так плохо. Он, конечно, имеет износ, но я бы не сказал, что слишком фатальный. По сути, пробег мотора не настолько велик, чтобы затереть башмак. Хотя он мог бы затереться, но нет. Так, это все у нас идет в металл по традиции, нафиг никому не интересно. Сейчас произошло буквально следующее. Мы расслабили цепь, и клапана, которые были поджаты, провернули распределительный вал. Если вы такую манипуляцию выполните на моторе, который разбирается для ремонта или для замены ГРМа, то вы имеете все шансы попасть клапанами по поршню и впоследствии иметь негерметичность клапанов. Соответственно, так делать нельзя. Нужно сначала либо фиксировать валы спецприспособлением, либо заведомо выставлять поршни ниже верхней мертвой точки, причем все четыре. Нам, опять же, на все это насрать. Соответственно, я этого не делаю, но как бы дабы, чтобы вы не комментировали мне, что я идиот, а мне это неприятно, я вам поясняю, почему делаю именно так, а не как иначе. Снимаем далее башмак успокоителя. Он также находится, в принципе, в адекватном состоянии. Единственное, он немного засран, но это уже впоследствии. Вот, опять же, здесь состояние вполне вменяемое. То есть износа по цепи, а здесь ничего не скрывалось. Напомню, здесь все на штатном герметике. То есть 200 тысяч пробега, а цепь, натяжитель, звезды, все штатное. Цепь здесь, в принципе, по конструкции неплоха. Вот, она много... Черт, я не смогу вам сформулировать. Напишите в комментах, как это называется. Такой конструктив, он, в общем-то, совсем-совсем неплох. Вот, и... Ну, прогиб оценить мне сложно, но, скорее всего, есть какой-то небольшой износ. Но я думаю, что он не фатален, тем более, что выход натяжителя был не таким большим. Вот, да, пожалуй, цепь вполне себе даже ничего. Так, теперь нам, в принципе, практически ничего не мешает снять головку блока. Единственное, я думаю, что мы ее разберем прямо на месте, дабы было сподручнее откручивать ее, ибо болтики, которые ее держат, находятся под распределительными валами, и это единственное, что нас останавливает. Итак, распределительные валы необходимо снимать таким образом, чтобы поджатые кулачки были откручены самыми последними и последовательно, то есть аккуратно ослаблялись. Еще более желательно сделать так, чтобы у вас все болтики ослаблялись последовательно, аккуратно и в порядке затяжки, которая была произведена, то есть по мануалу. Естественно, мы этого делать не будем, потому что, опять же, насрать. По запчастям эти моторы практически никогда не покупают. Вот, возможно, мы сохраним от него колено и, может быть, голову, но я очень сильно в этом сомневаюсь. Скорее всего, просто только колено сохраним на всякий, так сказать, случай. Сейчас снимаем головку, то есть что нам сейчас мешает? Нам, в принципе, мешает только постель, по сути. Вот, то есть мы ее сейчас откручиваем. Итак, напомню, что если делать не по-хорошему, но хотя бы постараться не сломать распредвалы, мы будем откручивать те шейки, на которых находятся поджатые клапана. То есть это первая шейка здесь и первая шейка здесь. Вот, мы их будем откручивать в самую последнюю очередь и довольно аккуратно, дабы не сломать распредвалы. Все остальное можно откручивать сразу. Очень частая история, если мотор грязный или у него присутствуют какие-то скрытые
небольшие такие углубления. В них могут находиться болтики крепления либо постели, либо чего-то еще. Часто с внутренним шестигранником их может быть не видно, и впоследствии, пытаясь снять постель, вы можете стать жертвой такой скрытности производителя и попытаться эту постель сломать. Не скажу вам, откуда я об этом знаю, но так иногда бывает. Поэтому старайтесь очень внимательно перепроверить, все ли вы открутили, в правильной ли последовательности и все ли хорошо выполнено. Проверяйте всегда себя. Так, мы подходим к самому ответственному моменту. У нас все болты откручены. Нам совершенно плевать на их сохранность и порядок и прочее. Соответственно, они все идут в жопу. Вот. Но касаемо вот этих вот трех, чтобы не сломать распредвалы, будем откручивать их очень тщательно и по маленьким вот не полностью. Здесь нас выручает то, что постель сидит на направляющих, и она не сразу поднимается, то есть распредвалы ее не подняли. Сейчас мы будем исправлять данную ситуацию и, в принципе, еще раз себя проверим, все ли мы открутили. Я думаю, что, наверное, все. Может быть, нет, поэтому надо обязательно все проверить. Смотрим, все ли открутилось. Если все открутилось, то можно будет постучать. Сейчас мы деликатненько постучим. Будем считать, что это киянка, но это нет, но по-хорошему это должна быть киянка. Также можно это выполнять отверткой. Итак, постель снялась с направляющих, все великолепно, все прошло по плану, ничего не сломали, даже это удивительно немного. Единственное, с этой стороны нам слегка мешает топливная рампа. Вот, и поскольку нам она, в общем-то, не очень нужна, то мы, наверное, ее испортим, а может быть и нет. Кстати, наверное, мы ее все равно открутим, так будет проще. Да, пожалуй, мы все-таки ее открутим, портить мы ее не будем. Ой, все-таки нужно учить людей хорошему, а не плохому, а то плохому их учат слишком много народу. Великолепно. Так, рампу мы открутили, она нам... В общем-то, больше не мешает. Сейчас мы ее снимаем. Не могу сказать, что это правильный способ съема рампы, но тем не менее. Как вы видите, здесь снялась рампа в основном не совсем корректно. Уплотнительные колпачки остались внутри. Их нужно будет достать. И, соответственно, вот так выглядит здесь система впрыска. Здесь выполнен многоточечный, форсунки с многоточечным впрыском. Отверстия очень тонкие и периодически требуют промывки и очистки. То есть необходимо следить за состоянием впрыска. В противном случае вы имеете все шансы вместо распределенного впрыска иметь какую-то херню. То есть вот такая здесь история. Не знаю, видно или нет, там такой маленький душек. Вот, это позволяет производить впрыск и сгорание, соответственно, топлива более полно. То есть оно будет сгорать более полно и упростит тем самым работу. Ой, я что-то немножко не прав. Надо было сначала снять звездочки. Сейчас мы их снимем. Да, я, естественно, не посмотрел мануал, потому что, в общем, было плевать. И поэтому звездочки мы будем снимать после того, как сняли, открутили постель. Здесь постель имеет такие заходы под эти звездочки и тем самым не дает мне сейчас ее снять. В общем, по большому счету здесь многоточечный впрыск дает небольшое преимущество по отношению к более старым, наверное, моторам, теоретически. Вот. Так, соответственно, делать нельзя, потому что вал начинает прокручиваться и портится, может, там постель или что-то типа того. Вот. Но, опять же, это все относится только к мотору, который нам нужен живым. Вот. Если мотор нам живым не очень нужен, то и, соответственно, и не играет это особой роли. Здесь,
конструкция фазорегулятора точно такая же, как на моторе Infiniti, который мы не так давно разбирали. Все металлическое, ничего сложного, я его повторять разбор не буду, наверное. Не знаю, напишите в комментариях, если вам интересно, осуществите разборы разных фазорегуляторов, посмотреть, что там находится внутри. Поэтому, ну, наверное, будем делать это. Вот, снимаем также этот. Здесь есть шпонка, она выполнена штифтом. Конструктив довольно банальный, примитивный, то есть ничего нового вообще. В общем, моторы Nissan имеют что-то общее друг с другом, то есть что Infiniti, что Nissan, они примерно идентичны. Вот эти гусики направляющие не дали нам возможности снять постель с предвалов, когда стояли звездочки. Так, что касается постели, здесь она в отличном состоянии. И никаких следов износа нету, то есть нету никаких причин для беспокойства. Ну и, в общем-то, по постели эти моторы практически никогда не страдают. На впускном распределительном валу конструктив выполнен, опять же, до смешного просто. Сделано сверление масляного канала, вот, подача. Прорезь здесь вот идет отсюда подача масла. Здесь по этой канавке оно поступает в постельку. Здесь стоит прорезь, которая центрует это все от смещения. И здесь прорези, которые подают масло на фазорегулятор и осуществляют поворот распределительного вала. Все очень-очень примитивно. Убираем постель и вытаскиваем распределительные валы. Сами валы тоже находятся в прекрасном состоянии, износа никакого нету. Вот. Здесь, кстати, есть интересный бонус от дяди Сережи. Здесь есть сверление в распредвале. Ровно в точке приложения к нему силы. Вот. Раз, два, три, четыре. То есть Nissan дяди Сережную идею совершенно очевидно украл. И на впускном распределительном валу на шейках есть сверление. Давайте посмотрим, куда ведет это сверление. Здесь на одной из шеек их целых 4. Сейчас мы отнимем специальный инструмент и посмотрим, куда это ведет. Кстати, сама постель выполнена очень интересно. Можете обратить внимание, что точка опоры распределительного вала, которая идет вниз, на которой сторона не нагружена, абсолютно выполнена чисто символически, как вы видите, да? А вот ответная часть более весомая. Вот, давайте посмотрим, куда ведут эти сверления. На выпускном распределительном валу сверления такие также присутствуют абсолютно в таком же виде. Единственное, на четвертой шейке оно всего одно. Давайте поглядим. То есть дядя Сережа, он инновацию свою подсказал компании Nissan. То есть не только Mercedes ворует идеи, но и, естественно, Nissan. Сейчас посмотрим, куда это все ведет. Итак, берем самый простой пробойник и пробуем проверить, куда же ведет это сверление. Я подозреваю, что оно сквозное. Да. Очевидно, сверление сквозное. Давайте посмотрим, что со сверлением с этим. Так, оно, опять же, тоже сквозное. Посмотрим на сверление на других шейках. Оно ведет до середины. Здесь тоже до середины. И здесь тоже до середины. Сам вал, я подозреваю, что выполнен с подачей масла из этих вот сверлений. Сейчас мы это тоже все проверим. Да. Итак, совершенно очевидно, что сверления эти взаимосвязаны с внутренней полостью распределительного вала. А это говорит нам о том, что масло поступает через первую шейку распределительного вала и распределяется на все шейки полностью. То есть масло, поступающее через вот это отверстие, или вот это отверстие в случае выпускного распредвала, распределяется по всей полости и подается под давлением через данные отверстия. То есть все шейки распределительного вала работают с постоянной смазкой.
В отличие от подавляющего большинства двигателей, где такой технологии нету, здесь эта технология исполнена. То есть через данную полость, то есть распредвал полый, и в нем находится масло под давлением, через данное отверстие оно выходит, и задиров по постели распределительного вала, здесь при наличии давления масла не должно происходить. Очень хорошая технология, некоторым компаниям, в том числе ВАГу, стоило бы поучиться у компании Nissan. Итак, приступим к дальнейшему разбору, посмотрим, что у нас происходит с распределительными, то есть уже с самой системой. Мы можем видеть, что у нас здесь стоят стаканчики. Если честно, я не помню, стоят ли здесь просто стаканчики или гидрокомпенсаторы. И мы посмотрим. Да, здесь стоят именно стаканчики. И вот эта точечка – это сверление. По регламенту требуется периодическая регулировка зазора клапанов. По факту практически никто этим не занимается, потому что это довольно трудоемкая задача. Это не просто подкрутить несколько гаечек, а это довольно серьезная и объемная задача. То есть нужно либо подбирать вот эти вот колпачки правильного диаметра, либо подпиливать торец клапана, что требует демонтажа головки блока и подбора этого самого зазора уже на собранной голове на столе. Это, в общем-то, не очень удобно. Итак, снимаем голову, смотрим, какой конструктив здесь еще интересен. Вот то, что я вам рассказал про распределительные валы, довольно интересный конструктив. Его практически никто не использует. Очень мало компаний используют именно такой конструктив. На моторах SR20 DET, который стоит на моем пульсаре, исполнена система смазки распределительных валов несколько иначе. У меня шейки не смазываются таким образом, зато у меня есть капиллярная подача на все рокеры, потому что у меня стоят рокеры с жестким толкателем и сдвоенной пружиной клапана. Здесь пружина клапана одинарная, совершенно обычная, потому что мотор далеко не спортивный, зато очень экономичный, тихий и обладающий довольно интересной характеристикой в широком диапазоне оборотов. То есть все, как любят современные производители. Снимаем бошку. Так, ну что ж, ребят, снимаем голову. Не будем никаких предварительных ласк проводить, типа выкручивания свечек зажигания и прочего. Это все ерунда. Это все для девочек маленьких, а мы возьмем уже по-серьезному и дернем головочку. Так, сразу же заценим, что у нас происходило здесь. Как-то пахнет невкусно. И посмотрим, что происходило. Да. Как-то тут все было не слава богу. Вот этот вот цилиндр особенно хреново работал, равно как и эти два. Огромное количество масляного нагара, влажненького такого. Это не есть хорошо. Вот этот цилиндр работал более-менее из них всех. Давайте же посмотрим, что происходило внутри. Так, кстати, металлическая прокладочка, очень по-взрослому. Nissan в лучших традициях. В очень хорошем состоянии все. Что касается прокладки, она не прогнила. Нет никаких следов. Значит, дело было не в ней. Осмотрим блок. Блок у нас конструктив Open Deck. Горячо любимый всеми современными производителями. Ну и осмотрим, что у нас в цилиндрах. Итак, здесь у нас очень хорошо видно в этом месте. Да, кстати, отметьте, пожалуйста, мой блистательный маникюр. Очень любят некоторые граждане его отмечать. Да, я очень старался. Спасибо, спасибо. Здесь у нас намытость. Вот эта намытость, беленький такой кусочек цилиндра, говорит о том, что в камеру сгорания через это место попадало масло. Оно и как раз отмывало данный поршень. Здесь точно такая же история. И то же самое у нас и наибольшее как раз в третьем цилиндре, который я вам показал первоначально еще на головке блока. Да, шел очень большой расход масла. А вот четвертый цилиндр, который я отметил как более-менее живой, таких намытостей не имеет, но довольно серьезно загажен уже отложениями. То есть, да, масло в камеру сгорания поступало, но не настолько драматично. Первые три цилиндра, конечно, полная, мягко говоря, фиаско. Что же касается стенок цилиндров. Да, они изношены довольно основательно, но
все еще присутствует хон, однако есть довольно серьезный эллипс. Вот, в этих цилиндрах он особенно ярко заметен. Задиров на стенках цилиндра не наблюдается. Есть небольшие вертикальные риски, но это, в общем-то, в пределах допуска. Сейчас мы с вами перевернем блок и начнем работать уже с нижней его частью. Однако в блоке все еще имеется антифриз, и его было бы неплохо слить, иначе все это польется на стол. Это совершенно неприемлемо. Ребята, вы будете смеяться, но на натяжителе, который идет на цепь масляного насоса, на этом двигателе, стоит таки щелкунчик. Тот самый, о котором я вам говорил. Здесь стоит механизм, который не дает цепи прослабнуть. Когда он выходит, он перещелкивается на несколько делений. Вот этот конструктив намного более дорогой. Но в Nissan посчитали, что на цепи масляного насоса, где он, в принципе, в большинстве случаев вообще нахрен не нужен, этому мотору он почему-то нужен, и почему-то он ему нужен вот в такой вот интересной форме. Так, далее нам нужно демонтировать цепь масляного насоса. Желательно это сделать без разбора самого насоса, но, скорее всего, это не получится, поэтому разберем и насос тоже. Снимем с него звездочку. Кстати, мотор действительно разбирается довольно занятно. Разбирается тремя видами головок. Это головка на 13, на 8 и на 10. И они практически все размеры, необходимые для данного двигателя, перекрывают собой полностью. То есть практически весь мотор вы можете разобрать этими головками. Так, звездочка и цепь здесь идентичны по конструктиву цепи ГРМа. Здесь все то же самое. Звезда сама по себе сделана вот таким вот образом. Все довольно просто, чисто конструктивно, никаких изысков не имеет. Убираем это в сторонку и снимаем поддончики. А поддончиков здесь два. Один поддончик маленький и металлический, и второй поддончик большой и алюминиевый. Хотя, естественно, вы мне сейчас сделаете замечание, и этот поддончик стальной. Потребуется нам головка на 8 для того, чтобы все это разобрать, и пневмопистолет. И опять же повторюсь, всего набор инструмента здесь очень небольшой. Вот они все головки. Забыл я про головку на 19, которую откручивал. Что я откручивал? Я откручивал болт коленчатого вала на 10, и вот такая вот универсальная головка форса на 13. Она потребовалась для того, чтобы открутить болты головки блока. Она меньше по диаметру и подошла, в отличие от Кингтони, который нам не подошел. То есть реально весь мотор практически разбирается вот этими инструментами. Очень просто. Реально офигенная вещь в плане технологичности, как и SR20, кстати. Ой, что-то пошло не так. Итак, друзья, надеюсь, вы уже разгадали загадку, почему же здесь на масляный насос такой сложный натяжитель и почему он так серьезно устроен. Пишите в комментариях, если догадались, зачем это сделано. А сейчас я покажу для тех, кто не догадался. Та-дам! Совершенно не характерная для двухлитрового мотора деталь. Знаете, что это? Надеюсь, знаете. Это блок балансирных валов. Обычно его ставят на моторы значительно больше, чем 2 литра. Обычно он стоит на моторах 2,3, 2,4 литра, ну или как минимум 2,2. А здесь на двухлитровом моторе установлен блок баланс валов. Это и объясняет необычайную тишину и равномерность работы данного двигателя. Это та самая инновация от Nissan, которая сделала этот мотор таким популярным и интересным. Его потребительские характеристики в этом плане зашкаливают. Он очень тихий, как для двухлитрового мотора, и очень мало вибронагружен. Вот такая интересная деталюха, которую обычно двухлитровый мотор, как я говорил, не ставит. Давайте же снимем блок баланс валов и демонтируем второй поддон. Еще один немаловажный фактор. Вот эта торчащая пипка из блока является собой уровень масла, то есть датчик уровня масла электронный.
Доверия этому датчику уровня масла нет никакого, потому что он, во-первых, постоянно врет. Во-вторых, он нифига не показывает точный уровень масла, даже если он более-менее исправен. А чаще всего он не исправен сам по себе вообще. Конструктив его очень страдает. И тем более, что у этого мотора есть полноценный щуп, не пренебрегайте, пожалуйста, пользоваться именно им. Потому что данная деталь, в общем, врет. Короче, говно это все. На японских моторах, которые мы привозим, данных датчиков нет. И мы его не устанавливаем, не меняем поддон, потому что в этом нет никакого смысла. Ибо врет он, короче. Врет. Прям звездит. Так, здесь совершенно не обязательно даже снимать блок баланс валов. В отличие от многих двигателей, он приводится цепью. На маздовских, например, двигателях он приводится шестерней. Здесь от этого отошли и были совершенно правы. Здесь для того, чтобы поменять этот поддон, равно как и датчик уровня масла на моторе, на котором его не предусмотрено, здесь, естественно, нужно выполнять вот такую очень серьезную операцию по демонтажу вот этой детали. Смысла в этом примерно нихера. Короче, смысла в этом никакого нету, поэтому этим никто, в общем-то, и не занимается, и я вам точно заниматься этим не советую. Остался у нас, в общем-то, блок, то есть корень зла данного двигателя, причина, по которой двигатель этот выходит из строя раньше времени, несмотря на свой завидный и интересный конструктив. По коленчатому валу, по самому, здесь претензии обычно не возникает, обычно идут проблемы именно по расходу масла. Некоторые товарищи умудряются провафлить момент, когда двигатель начинает серьезно жрать масло, и просто проморгав фишку, вот, они запускают этот момент и банально не доливают масло так, как до этого необходимо сделать. Сейчас мы снимем непосредственно оставшиеся детали, то есть шатунно-поршневую группу вместе с коленчатым валом, и оценим состояние цилиндров. В принципе, на этом можно будет заканчивать рассказ о данном двигателе. Конструктив очень прост и банален, повторюсь, но, тем не менее, он довольно продвинут для своего времени. Ребят, вкладыши вообще не имеют никакого износа. Все в отличном состоянии. Вот средние шейки я сейчас демонтировал. По вкладышам износа нет. Однако по поршневой группе здесь прямо интересный момент. Я только их отстрелил, и поршни просто попадали вниз по своим весам. Это говорит буквально о том, что очень серьезный износ в цилиндрах. Сейчас мы провернем колено и вытащим остальные два. Но уже хочу сказать, что износ очень весомый. Да, слишком легко крутится коленчатый вал. Очень большой износ по поршням. Сейчас мы замеряем износ и будем уже от этого отталкиваться. Есть подозрение, что износ большой не только и не столько по именно поршням, сколько по кольцам. Да, вкладыши все на отличном состоянии. Вот. Ничего здесь. Воу-воу-воу. Один вкладыш он у меня отжал зачем-то. Так, но это ни о чем не говорит. Значит, ребят, вкладыши здесь беззамковые, и несмотря на это, их никто ничего не провернуло. Как я уже много раз говорил, служит это для позиционирования. Есть зелененькая отметочка, это говорит о селективной сборке двигателя, о том, что вкладыши подбираются под конкретную шею распредвала, ну или под его конкретный размер. Здесь они все зелененькие, насколько я вижу. Да, это все зелененькое, и это зелененькое. Да, зелененький говорит об определенной полноте. Сейчас снимаем, собственно, постели, снимаем коленчатый вал, но я уже вижу, что он в прекрасном состоянии. Ребят, по корням все в идеале. Вот этот вот темненький, но здесь тоже все хорошо. Кто украл болты? Я. Ну зачем ты украл болты? Надо. Надо? Ну ладно. Все, в общем, здесь все хорошо. По вкладышам вообще никаких проблем нет. Здесь все свежее и четкое.
Постельки все помечены по направлению к ГРМу. Стрелочка стоит. Вкладыши все здесь выполнены с выемкой. И верхние, и нижние. Все четко. Больше здесь никакого конструктива интересного показать не могу. Задний сальник. По инновационной технологии они делать не стали. Сделали все по старинке, по-человечески, с пружинкой. Соответственно, он держать будет долго и хорошо, хотя здесь он уже начал немножко потеть. В общем, наверное, все. Выполнено уплотнение при переходе с масляного насоса, с постели на блок резиновое. Это тоже очень хорошо. Ну и, в общем, все. То есть, Nissan впереди планеты всей мог бы быть, если бы не поршневая группа. Коленвал весь находится в прекрасном состоянии. Считывающее кольцо, с которого читает датчик коленчатого вала, находится внутри. Датчик, соответственно, входит в блок. И вот из этой вот отверстия, вот оно, видите, где мой палец, читает показания. Так, по поршневой группе я уже сказал, что очень серьезный износ. Это характеризуется банальным падением вниз поршневой группы. На блоке присутствуют пятачки, такие вот маленькие пятачочки. Я думаю, что вы догадались, подо что. Пятачки данные должны использоваться на моторах подобного типа под установку масляных форсунок, которые должны охлаждать днище поршня. Однако конструкторы решили, что на этом двигателе они нахрен не нужны. И, в общем-то, были правы, мотор не сильно нагружен. Однако износ по поршневой группе достаточно весом. С чем это связано, я вам, к сожалению, сказать не могу. Но это определенно серьезный конструктивный просчет производителя. После переворота блока из масляного канала выпала вот такая классная маленькая вещь. Очень многие любят пренебречь этой деталью и тем самым при сборке, точнее после сборки, запороть себе фазорегулятор. Потому что это именно микрофильтр, который ведет канал на фазорегулятор. В общем, такая деталька, она выглядит такой маленькой и незначительной, но на самом деле довольно немаловажна. Вот, выпала она из масляного канала. Наверное, из вот этого. Да, потому что я блок переворачивал, пардон. Вот, примерно таким образом она там установлена, и подается масло через нее уже на регулятор. Так, в принципе, по блоку здесь все понятно. Деталюху мы туда засунули. И будем сейчас мерить блок, а перед этим оценим состояние поршневой группы. Так, что я могу сказать по поршням? И что послужило причиной такого дикого расхода масла? И в большинстве случаев именно на MR20 служит причиной такого серьезного расхода масла. Казалось бы, да, что может быть? Здесь это очень сильно залегшее и загаженное маслосъемное кольцо. Вот здесь видно, что проходило масло по стенке, по месту самого серьезного износа, и при перекладке, соответственно, на юбке остается много масла, и его должно маслосъемное кольцо снимать. При ходе вверх, соответственно, размазывать для того, чтобы хорошо работала юбка. Здесь примерно та же ситуация. Оба кольца компрессионных находятся в рабочем состоянии, маслосъемное лежит. Раскоксовка в таком случае может не помочь. Связано это с конструктивом маслосъемного кольца, вот, и самого поршня. То есть теоретически, да, можно попробовать раскоксоваться, но по факту не всегда это помогает. Здесь был небольшой прихват. Возможно, мотор в какой-то момент немного подогрели, но это не критично, не ведет ни к каким серьезным недоразумениям. Здесь примерно такая же ситуация. Оба компрессионных кольца в прекрасном состоянии. Здесь показано место, точнее не показано, а промыто место, где шло масло в камеру сгорания. И маслосъемное кольцо наглухо лежит, вообще не шевелится. Так, смотрим остальные поршни. Подозреваю, что на всех примерно одна и та же картина. Да, здесь все то же самое. Маслосъемное кольцо вообще не работает. К
компрессионный в прекрасном состоянии. И здесь все то же самое. То есть расход масла был по всем цилиндрам, просто по каким-то был чуть больше, по каким-то чуть-чуть меньше. Вот это тот самый поршень, на котором не было таких серьезных намытостей, но на нем точно так же кольцо полностью лежит. То есть, что я могу сказать? Ничего хорошего, ребята. Все залегло. По состоянию, по нагару на поршнях можно сказать о том, что все-таки, наверное, производитель слегка просчитался, и температура по днищу поршня некоторым образом превышает ту температуру расчетную, при которой масло не будет закоксовывать кольцо. Вероятнее всего, это связано с этим. Может быть, с качеством масла. Судя по состоянию днища поршня с внутренней стороны, по лаковым отложениям и нагару, вероятнее всего, это связано с двумя факторами одновременно. Это с качеством масла, его свойствами, противостоящими угару, и одновременно с конструктивом, который не подразумевает дополнительного охлаждения днища поршня. Вот. И дает это в совокупности то, что масло начинает при высокой температуре закоксовывать маслосъемное кольцо, оставляя после себя такое вот отложение, маслосъемное кольцо перестает работать. Ну и, собственно, данный конкретный пациент даже без замера цилиндропоршневой группы, я думаю, что здесь он достаточно весомый, но, в принципе, чисто теоретически можно было бы даже поменять кольца, и, скорее всего, этот мотор поехал бы дальше. Но маслосъемные кольца лежат наглухо, просто с концами. Сейчас мы одно разберем. Для интереса исключительно. В общем-то, особо тут рассматривать нечего. Само по себе кольцо представляет наборную конструкцию из двух тонких стальных колец и специальной витой пружинки расширителя между ними. Сейчас мы снимаем нижнее колечко. Оно очень сильно закоксовано, на нем нарос целый слой кокса. Далее ищем замочек в верхнем колечке. Вот он. Находим его довольно быстро и снимаем его в противоположную сторону. Между этими колечками стоит расширитель, и уже по самому кольцу оно должно быть вот таким блестящим с обеих сторон. Оно загажено отложениями, и оно не гладкое, то есть оно уже испорчено. Примерно такая же ситуация и со второй его частью нижней. Точно так же оно с внутренней стороны загажено. И посмотрим теперь на расширитель. Расширитель весь заполнен коксом. Да, вот, то есть кольцо не работало. К сожалению, конструктив данного кольца не позволил двигателю нормально снимать масло со стенок. Кокс лежит и под кольцом, и препятствует его нормальной работе. Такая вот ситуация. То есть, что же, пациент в этот раз умер не от вскрытия, а от вполне конкретной причины. И причиной этой стало закоксовывание маслосъемного кольца. Это характерная неисправность всех моторов МР-20. Чисто теоретически установка масляных форсунок под днище поршня, которые бы охлаждали его и меняли температурный режим внутри камеры сгорания, каким-то образом могло бы изменить данную ситуацию. Однако желание производителя увеличить температуру именно в камере сгорания, тем самым приведя к более чистому и качественному сгоранию топлива, а также попаданию более чистых, соответственно, паров наружу через катализатор, привело именно к такой вот ситуации. То есть более хорошие условия для работы катализатора, менее хорошие условия для работы двигателя. Борьба за экологию проиграна. Друзья, спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам было интересно. Мы будем продолжать данную рубрику, тем более, что она вам так нравится. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Спасибо вам большое. Ставлю вам королевский лайк за то, что вы нас смотрите. Спасибо вам большое. Всего вам самого наилучшего. Пока.